Привет, моделисты и моделистки AK, город Цинциннати, штат Огайо. Топ Кемера. Как вы думаете, будет дубничок? Я думаю, очередной дубничок от Broadway Limited. Немного у нас в магазине покупают наши постоянные покупатели. Ну, это предзаказ, разумеется. Достаточно, ну, опасно закупить партию и остаться, так сказать, сидеть на ней. Если только не какие-то делать мощные усилия по маркетингу, в общем, толкать этот товар. Но когда заказывают, под предзаказы у нас все с этим четко. Cryogenic, по-моему, я правильно читаю. Роб немножко, конечно, вчера... Да, была неделя такая затишье, ребят. Вот видите, немножко за это самое коробочку долбанули, но ничего. А, отлежится. Роб был вчера, мы об этом поговорили. Была небольшая, так, небольшое затишье, буквально на несколько дней. И сейчас опять посыпались всякие заказы. Заказы, разумеется. Arrowhead анонс сделал на какую-то книгу, в общем, это называется здесь Christmas in July. Немножко хат, да, слишком блестит, но здесь, в общем, диаграммка. Ну, как всегда, написаны номера, но не написано позиции. Не очень важно. Потому что деталей все равно уже не будет. После того, как эта партия закрылась, да, все, они больше не делают. Детали, может быть, там на небольшой ремонт у них остается, ну а потом все, уже ищи-свищи. Дубни. Оп. Ну вот это, конечно, классно. Я не знаю, что здесь особенно, кроме колес. Но колеса тоже из хорошего сплава, их надо сильно... Ну, что-то с ними сделать, чтобы они начали ржаветь. Но, тем не менее, балласт, если есть, он может поржаветь. Каплеры, я честно не видел, чтобы кеди сильно ржавели. Ну, сами по себе. Так, ну что, дубничок. Вот отсюда уже как-то из этого угла не очень... Ну, Роб сразу такой, я спрашивает меня, ну как? Я говорю, ну, дубняк. Он такой, ага. Потом, так, самое главное теперь, вот эта сторона идет сюда. Вот так мы будем ее ставить. То есть здесь прилив, а здесь какие-то боксы. Я ему говорю, что белые совсем никакие. Вот. Он такой, посмотрим. И я его спрашиваю, слушай, а что сейчас с Broadway Limited-то происходит? Не похоже, что Kitty Couplers. Он говорит, да, они делают сейчас много очень этих, ну, паровозов. Я говорю, блин, кто-то их покупает? Он говорит, да, кто-то уже предзаказ сделал. Ну, ребят, ну все бы было классно, если бы вот это чуть-чуть подрезать. Если видно. Здесь торчит. Видите? Вот этот кусочек вот этой трубы сюда переехал. Они его так и приклеили. То же самое и здесь. Либо от перекоса, либо хрен его знает. Но в 2021 году, честно говоря, такие вот, такого размера уже делать это просто какой-то... Устройство расцепа, ну, более-менее. Шланг, отлично. Лесенка, вернее, не лесенки эти самые. Отличные просто подножки. Здесь вот эта вот ходилка здесь, да? See-through, то есть, видите, насквозь. Все четко. Ну, блин, вот это вот. Это уже, если человечка поставить... Это почти с толщины, наверное, где-то руки здесь, где-то даже у запястья или что-то в этом духе. Ну, ребята, вот человек и вот это самое.
Но это перебор. Вот почему здесь нормально, я не понимаю. Это металл, скорее всего. Да, скорее всего, это металл. Лестница нормально. Извините, кверх ногами. Так, опс. Здесь очень много острых. Все здесь тоже классно. Цилиндрики. Вот эти шланги. Ну, они не шланги, эти трубы. Они здесь более-менее смотрятся под задком. Но вот это вот. Даже если там, я, к примеру, не разбираюсь в этих цистернах. Может быть, такая толщина вот этой трубы нормальная. Но вот, это апофеоз. Ну, небольшой разносик устроим. Оп, что-то каплер, да? Все читабельно, все сделано. Но, блин, штурвал, вот еще. Штурвал отличный. Вот эти всякие обозначения зеленые, да, что это химикаты там какие-то мрачные. Да? Все. Номера должны быть разные, по идее, если у них несколько. Тележки у них приличные. Все сделано. Кататься должно хорошо. Колеса. Кто-то для них, наверное, делает. Либо сами. Ну, видно, колеса классные сейчас делаются. Так. Все классно. Ну, вот это вот. Немножко она повело ее. Ну, нормально. В реальной жизни их тоже там, они не, вообще не идеальные. Если она только Нульсен совершенно с заводика, да? Но дубняк с размер. Это, конечно же. Да. Дубнячок. Я и не сомневался. Но тем не менее, народ покупает, значит, нормально. Сделать латунные все эти, запаять все, переделать полностью, покрасить четко. Почти, ну не в два раза, но на 30% тоньше. Почему сделать нельзя было сразу латунный, я не понимаю, с хорошей такой латунной такого прокатика есть. Они практически могут даже не гнуться. Окей, поставь еще 10 баксов наверх. Я думаю, народ за такую четкую деталировку стал бы покупать гораздо. Ну, и так покупают, я так понимаю. Но гораздо бы было веселее. Коротенечко сегодня, ребят, вот так. Спасибо за внимание. Есть у нас патреончик. На основном канале долларик всегда не повредит. На пивко нам с Робом. На основном канале есть подписочка. Спасибо большое за поддержку, успехов и всего наилучшего. Давай.